Всем доброе-предоброе утро. Погода какая-то, вроде бы как и пасмурная, не пасмурная, не поймешь. Ехала сюда, все закрыто. Одна я, работяга. Ну, сейчас я приходую постоянных своих, которым я сказала, тоже домой пойду. Не домой, а, мне кажется, магазин открыты были, насколько я правильно читала все эти их объявления. Поэтому хочу поехать за фруктами купить. У меня там осталось только 3 груши и все. В Алькампу, наверное, заеду. В Алькампу должно точно быть открыт. Потому что он такой. И все. Хотела на пляж вечером поехать, но погода какая-то, смотрите, видите? Вроде как. Не, ну так прогуляться все равно с Чарли поеду. Дома-то сидеть тоже после обеда скучно. Сколько у нас время? Время у нас еще 10 минут есть на прогулочку. И погуляем. А еще сегодня суббота. И знаете, хотя суббота. В общем, моя клиентка-то, которая... подруга-клиентка, скажем так, два в одном, да? Ну, подруга в колечках, в кавычках. Ну, я рассказывала, как я ее встреч не стала. Она по субботам ходит, так вот посмотрим, придет она сегодня или нет. Опять мне будет мозги выносить. Ну, такая еще она интересная, знаете, повыносит мозги. И потом, как ни в чем, она типа думает, что она такая подруга, что то имеет право говорить все, что у нее на уме. На уме у меня всякая белиберда. Вот, и потом, знаете, вот это вот, то у меня вот укладка не держится неделя, то еще, то голова чешется, то жопа, в общем. А потом, ну что, завтра куда поедем? Представляете? Потому что все, ну, мы пиво же по воскресеньям ездим пить. Она с сестрой, все время сестра ее с собой берет, ей типа жалко ее. Вот, и они там оставляют машину, и мы уже на моей едем куда там нам надо. Так как я одна не пьющая, ну, конечно, они тоже не так уж пьют в такой степени, чтобы... Ну, в общем, им лучше, чтобы их возили. И вот, куда мы поедем? Мне так ей хочется по голове дать и сказать, ты дома будешь сидеть. Такие собачки хорошие, с розовыми носами. Чарли? Чарли? Это думает, что он у себя дома, может, где хочет, там и гуляет.
Камп я закупилась на 20-ку. Сейчас вам быстренько расскажу. Помело взяла вот такое вот китайское. Мне в прошлый раз ее, представляете, была Валькамп, мне его не продали, говорят, взвешивать надо. Я говорю, как взвешивать? Я говорю, никогда не взвешиваю, всегда поштучно продавали. Да, да, надо взвешивать. Ну, я не стала с ней спорить. Вот, но сегодня я пошла, и они поштучно, 2,59 стоит вот такой. Мне вообще нравится он. Клубнички взяла, пахнет ароматно, вкусно. Тоже 2,50, по-моему. Ананас. Ананас 89 центов килограмм. Один авокадо взяла, еврик выходит, такой полуспелый. Это курица сейчас буду делать с макаронами. У меня тут песто немного осталось, я туда чеснок добавлю. И вот отварю вот такие макарошки интегральные. А муж вчера где-то там был, но ездил по работе, привез вот такой хлеб. Такой хлеб. Ой, ну это ему, я такой не люблю, надо его порезать и заморозить. Дальше продолжаем. Захотелось каких-то пироженок и вспомнила про Маритони. Вообще суперские, если будете у нас в провинции Гранады, покупайте, они очень вкусные. Это как пироженки такие, они делаются у нас, кстати. Я не знаю, продаются ли они везде, но я знаю, что делаются они у нас. Это мужу здесь с тыквой идет, ему очень нравятся такие слоенки. Так, яблоки взяла красные. Что-то мне так их захотелось. Яблоки красные. Яблоки на снегу. Ой-ой-ой. Сейчас я их открою. Ну, естественно, они все в серии, как всегда. Воски в серии. По-испански воск сера, поэтому говорю в серии. Может и нет, не знаю. В общем, что-то захотелось красные. Они так выглядят еще аппетитненько, вкусненько. Они у нас евро 99 килограмм, у меня на 2,12 вышло. Мандаринки взяла. Мандаринки у нас евро 49 килограмм, здесь на евро 15. Лимоны. Почти каждый день пью воду с лимонами. И вот один целый лимон на бутылку, на литр воды. Мне нравится. Вот смотрите, сколько у меня фруктов. А это такой уголок вкусняшек. Печеньки, другие печеньки, орешки разные, это к чаю. Но так как много нельзя, поэтому у меня все это месяцами стоит, лежит. А, квашеную капусту купила. Так захотелось квашеной капусты. Капуста квашеная, видите? Так, Валькампу. Так, пойду макарон засыплю. Ну и все, больше я ничего не купила. Две груши всего осталось. Надо мне сходить еще в фруктовый магазин купить. А, нет, у меня в холодильнике лежит один манго. Надо купить манго. А, и тут две груши. И тут всего до всего. Я сейчас макарошки сварю, сделаю с песто и будем кушать. Квашеная капусточка. Это что-то. Иногда так хочется. Вам не хочется? Я пошла кушать. Хотела сегодня отдохнуть, но не тут-то было. Вы знаете, у тех людей, которые работают на себя, выходных как таковых нет. Потому что всегда, как говорится, находишься на телефоне. И пытаешься быть... Давай ехай уже. В зоне доступа, скажем так. Поэтому мне сегодня позвонила... Ну, не позвонила, а написала клиентка смс-ку. Смогу ли я ее уложить? Но я так подумала. Думаю, все равно идти мне с Чарли гулять на пляж. Так почему же не совместить приятное с полезным? Ну, полезное это. Хотя полезное с полезным, даже так. Денежку заработаю и спортом позанимаюсь. Потому что на гору лезть мне предстоит аж вон туда. Ой, у нас тут новые лестницы сделали. Дом, что ли, строить будут? В общем, лезть, лезть и лезть. Жиры растрясать. А потом
Я хочу еще пешкарусом идти до пляжа. Это мне еще спускаться надо будет. В общем, такой маршрут. Офигеть. Ой, тут кошаков лежат много. А Чарли мой не любитель кошаков. Ой, ну все, я полезла. Вон оттуда я поднялась. Там племянник идет с собаками. За эти 5 минут вот там моя машина стоит, где вот эта дверь. И вот сюда. Ой, ой. А донде венис? Ой. Ой, ке манада. Ой. Oye, no te peleas, que son familia. Ay, ay. Я уже отработала. Сейчас пойду на пляж. Ну, вы поняли, машина вон там внизу. А мы пойдем вон туда, на пляжик. Ой, жарко, правда, конечно, духотища. Аки, мамаки. Сейчас покажу вам, сколько нам пешкарусом идти, так потом еще подниматься, но ничего. Маритоне пожрала, пожрала. Вот теперь иди, Оксана, и растрясай их. Ну, вы знаете, мне нравится. На улице как жарко, но терпимо. Поэтому нормально. Я одела старые кроссовки. Мне очень нравится. Им уже много лет. Они, кстати, снаружи нормальные. Внутри там немного подцоканные. Но снаружи очень даже ничего. И вот так вот. Идем. Сколько, интересно, у нас времени займет. Так, сейчас у нас... Ой, в этих очках не вижу. Ага. 17:20. Запомнили? 17:20. 20 минут шестого. А я уже с работы, да? Ну, сегодня, говорю, не рабочий день, поэтому... Поэтому так, сделала одолжение, можно сказать. Смотрите, какой у нас вид открывается. Прекрасный. И вот туда вниз, к морю, я сейчас пойду. Ребятишки, к морю, к морю. Блин, опять тут кто-то стрельнул. Чарли, ну пацана, да. Что, его понесу, что ли, на руках? Нет, конечно. И вот начинается лесенка. И вот так вниз поперли. Вот мы внизу. Сейчас 17:30. Вот оттуда за 9 минут мы спустились. Мама, пораки, Чарли. Чарли на привязи, потому что там где-то внизу, мы туда вот подальше стреляют. И когда, если он не на привязи, мне либо его на руках надо нести, либо он побежит и вообще даже не оглядывается, куда-то бежит, непонятно куда. В общем, теряет разум от страха. Поэтому на привязи он даже себя более комфортно чувствует. Слышите, же какой-то не стреляет, я не знаю, что они там делают, но Чарли это не нравится. Как бы прогулка. Мне еще подниматься, там у меня машина где стоит. Погуляем.
думаю, что-то подозрительно много народу. Вот там особенно. Так сегодня же выходной, Оксана. У людей, у нормальных, выходной. Ну, это у нормальных людей выходной. Я тоже иду, думаю, да что ж такое? На той неделе вообще не было столько народу, и тоже погода хорошая была. Ну, такая, думаю, да, совсем я уже закружилась. Купаются, гляжу, прям все ныряют. Сейчас у нас очень много немцев. Прям все идут и калякают по-немецки. Белобрысые все такие, ну, истинные немцы. У них может быть какой-то график другой, и каникулы по-другому, не знаю. Пойду вон там пройдусь. Так вот. Этого концерта. Нам стало дома скучно, мы решили выйти погулять и попить, ну, не кофе, чай, наверное. Что там Чарли делает на трафике? Тут стреляют везде петарды, поэтому он как это, боится всего. Там кафешка есть, и мы там посидим сейчас, без кофеиновый кофе попьем. У меня кофе без кофеина, а мужа тут вот такой бутерброд взял с помидорами и с хамоном. Видите, говорит, хамон Чарли отдам. Но Чарли хамон не любит. Типа у него ужин такой. Прикол, хотите? Собака, которая не любит хамон. Да не, ну кере. Его хамон не ест, вообще прикол. Хамон. Хамон не хочет. Встретились с сестрами, посидели, кофе попили. Одна из них, у них есть огород, ну, как это, сады, наверное, где черемоя собирает, в общем, на продажу. И вот она нам принесла целых 5 штук. Смотрите, какой огромный. Видите? Вот какая. Я вот где-то вот такую покупала. И вот какая. Ну, если дают, как бы я ем. Почему бы и нет, да? Вот покупать, чтобы нет. Так что вот так. Где-то за 2 дня они, наверное, поспеют. Вот это уже прям мягкое такое. Ой, вот это прям уже хорошее. Только почему-то она тут мягкая. Отбитая, наверное, тут не очень. В общем, понятно. Клубника моя завтра уже буду есть. Потому что время уже поздно. У нас футбол, как всегда, дома. Ненаглядный, который я ненавижу. Ну да ладно. Я сейчас какой-нибудь в Ютубе что-нибудь посмотрю. С вами буду прощаться до завтра. Всего вам самого наилучшего. И встретимся с вами завтра. Всем пока.